Zdravíme posluchače Svobodného vysílače. A dnes při rozhovoru se zajímavým hostem, s Vladimírem Megrem, který k nám zavítal do Prahy a do Bratislavy a přišel se s námi rozdělit o vlastně to krásné, to napojení, propojení se, sblížení mužem a ženy. Téma bude Anastázie a naše životy, rodové statky. Zdravstvujte, Vladimír Megre. Zdravstvujte, očень приятно с вами встретиться и поговорить. Мы очень рады, что вы здесь. Встретнуть а порозправать. Нас, мы очень рады, что вы здесь. My jsme se včera setkali v Bratislavě na vaší přednášce a paní organizátorka Martina Turničová, než jste přišel na to pódium, nám řekla, ať si nachystáme otázky. A ty otázečky, co my jsme si nachystali, nebo my osobně teda s reportérkou Karolínou Kočí od nás ze studia, jsme zjistili, že vy jste začal vlastně přímo odpovídat, aniž byste znal ty naše otázky. No, oni včera přišli na konferenci. Вот Martina, organizátor konferenci, Martina Turničová, сказала, вот приготовьте себе вопросы. Они приготовили какие-то вопросы. Дали их, ну а вы начал разговаривать, и вы сразу же начал отвечать на эти вопросы без того, чтобы вы их слышали. Какой молодец, да? Какие ужасные. Ано, так что мы си уведомили в ту хвили вицеро людей, пак мы то консультовали по той преднашце с людьми, что это подтверждением того пропоения того целосветового ведоми, который се отеврело, что нас то так пропоює. Takže všechno jde teď tak rychle, za co jsme rádi. A vlastně je to potvrzení toho obsahu těch vašich knih, který jste napsal. Pro posluchače, kteří vás neznají, já bych jenom sdělila, že jste napsal 10 knížek. Začalo to knížkou Anastázie o krásné ženě z tajgy. A můžu říct posluchačům, že můžu doporučit. Já teda osobně všechny ty knihy ještě nepřečetla, ale už mě to také pohltilo. A je to přesně to napojení, co já teda osobně asi potřebuju také, že člověk už někde vykročil, ví, že má blízko k přírodě a že ta rodina je ten základ opravdu všeho. A je třeba se vytvářet to přirozené prostředí. То есть они сразу после этого поняли как-то и начали обсуждать вместе. Вот действительно, мы как бы все были в одном общем сознании, соединены, и вы как бы тоже пошел в это сознание и начал отвечать на эти вопросы. И просто вот она вот для слушателей радио говорит, что вы писатель, который написал книги о Анастазии, 10 книг, которые очень важны, где рассказываете о взаимоотношениях мужчин и женщин, о том, как мы должны жить, о родовых поместьях, как их создавать. Вот она их тоже начала. Вот, и даже вот как работать со сознанием и общим сознанием, тоже как туда можно оттуда брать информацию каким-то способом. Вот она сама уже прочитала несколько этих книг, советует их читать нашим читателям, говорит, еще не прочитала все, но постепенно, потому что говорят, вот это как раз и те вещи, которые не достаются эти информации. Takže to téma, které se prolíná vlastně všemi těmi vašimi knihami, potvrzuje to, co mi přišlo automatickým písmem. Děje se to prostě více lidem než vám, což jste včera sděloval na přednášce. И эта тема, которую вы приносите людям, вот, это тоже тема, которая пришла через автоматическое писание. Просто это только подтверждение того, что многие люди как-то берут эти информации из сознания. Мне в году 2015 пришло автоматически, а было то в Братиславе, a kdy lidé měli pocit z občanské sféry, že by měl proběhnout jako nějaký slovanský sněm, že se musíme dát dohromady jako Slované. I v 2015 году
она как-то поняла, что люди бы должны были сорганизовать что-то как славянское собрание вместе. A ve chvíli, kdy jsme byli v jednom takovým organizačním centru pro Slovensko, kde se sjížděli lidé z celého Slovenska jednou do týdne a pracovali na změnách společnosti, mně přišly tyto věty, které jsem musela i hned zapsat. A všichni si je přečetli a navnímali. Mm-hmm. I вот это было в 2015 году, просто на одном месте, где собираются вот люди, которые работают с законодательствами, вот такими вот вещами для людей. И вот ей там пришли вот эти предложения, которые она сразу ей надо было записать и читала людям, вот что важно сделать. Dovolte, abych vám sdělala tu větu. То есть разрешите мне сказать вам, это то, что она написала. С ведомой единотой тела и духа. То есть осознанным соединением тела и духа, души. Посвященное альфой и омегой. То есть посвященное альфой и омегой. На цесте домой. На дорогой домой. A v tu chvíli mi přišlo, že je to nejenom že heslo, ale to je ten ústřední bod vlastně těch příštích našich dnů vlastně v rámci slovanství, bezpečí, domova. I v tom momentě ona poněla, že to je to ne tolko od jakýto slova, no to je jakby hlavní parol sledujících našich dní, naší žizni, dla Slavian vůbec. V té době, v tom roce 2015, jsem nevěděla, že bude nějaký slovanský sněm a posléze jsme se dověděli, že v Rusku teda bylo organizováno setkání. To je v té vremě, ona v 2015. году, ona даже не знала, что будет какое-то славянское собрание, а потом узнала, что в России вот была сорганизована такая большая встреча. Jen krátce ještě, než vám dám to hlavní slovo. Od loňského roku, od podzimka, mi chodí takové duchovně až skoro revoluční básně, ale je to, je tam zakomponováno, vidím, že ten slovanský duch, humor, vidím, že jsem tam kousek já, ale zároveň jsme tam všichni. A úplně chápu pana Megreho, jak včera říkal na semináři o tom, že nevěděl, v kterou chvíli teda vydat ty knihy a jestli to vlastně má sdělit. I od z prošlého roku je to, že ona začala písat poemy, prostě stichy, jak to chodí, kde ona tože píše, vot pro ty slavianské věci, sjedinili se informace, vot i tam je čuč i z něho samoj, i vlastně z nás všech, i ona совершенно понимает, вот как вы včera сказал, что долго раздумывал, если эти книги написать и издать, и что с ними дальше. Takže je zajímavé, že se nám to děje vícero lidem. То есть очень интересно, что вот подобная ситуация идёт просто у различных людей. A vnímáme to tak, že je to potvrzení toho, že jsme od jednoho stvořitele. A vidíme to tak, že to my od jednoho stvořitele. Takže spíš bych se chtěla zeptat na takové věc, záležitosti, které nepadly na tom semináři. Budou to takové, lidé vnímají i tu praktickou část života. Takže k čemu bude to vědecké centrum v Rusku? To zajímá posluchače. To jestli ona chce spřesit, zadat taky otázky, které včera nebyly. Odpovědi na nich, jeden z těch otázek, jaké bude poslání toho, o kterém jste včera hovořil? Centra naučného, o kterém, které vy včera vzpomínal, které se zdaje v Rusii naučné centrum. Вот это интересует слушателей. Но в России несколько научных центров, которые занимаются
исследованием явления Анастасии. Čiže v Rusku je niekoľko týchto vedeckých centier, ktoré sa zaoberajú skúmaním javu Anastázie. V oktobri v hlavnom univerzitete Rusie. Čiže v oktobri v tom najväčšej univerzite v Rusku. Состоится конференция, посвященная вот явлению Анастасии родовым поместьем. Čiže bude konferencia, ktorá bude práve zameraná na rodové statky, na jav Anastázie. И какое они вынесут решение, я могу сказать только примерно. A aký je ich zámer, alebo čo nám prinesú, on vie povedať iba náhmatkou. Но я читал работы ученых. Ale čítal výskumy vedcov. И могу сказать следующее. А можно поведать наследовное. Вот один из ученых, Павлов. Один из ведцов. Михаил Павлов. Михаил Павлов. Он написал книгу. Он написал книгу. В которой исследовал исторические аспекты. В котором скумал исторические аспекты, факты. И говорит, что если взять идеи Анастасии, а дошел к заверу, что когда возьмем напады идеи Анастасии, то такую страну, как Россия или ей подобные страны, можно сделать более счастливой, чем Америка. Čiže takýto štát, ako je Rusko, alebo Rusku podobný, môže byť oveľa šťastnejší a taký prosperujúcejší ako Spojené štáty. Раньше Америка была такой аграрной страной. Bola kedy bola Amerika agrárnym štátom. Она торговала хлопком в основном. Ako hlavne obchodovalo s bavlnou. И потом они приняли Хамстед-акт. А потом приняли какой акт? Ну, называется так, Хамстед-акт. Хамстед-акт. Согласно которому всем желающим людям там за $1 давали землю. А власне на закладе него всем людям, которые проявили заоем, давали за $1 кус земли. И уже потом к столетию вот этого акта. Але потом несколько к сторочнице из того акту. Многие конгрессмены признали, что это был самый сильный акт в истории Америки. Многие конгрессмены власне признали то, что это был наидвалежитейший закон в истории Америки. Этот акт, как прилив, поднял все лодки. Чиже тенто акт, как прилив, zdvihol všetko, pozdvihol. И Америка стала более интенсивно развиваться в науке. Čiže Amerika sa začala oveľa intenzívnejšie rozvíjať, čo sa týka vedy. В культуре. Kultúry. Во всех отраслях. Vôbec vo všetkých odvetviach. То, что предложила Анастасия. To, čo navrhla Anastázia. Еще более сильное направление. Е еще глубже, сильнее, еще глубже, сильнейший смер. Это не революция. То не революция. В масштабе одной страны. В масштабе або великости одного штату. Это эволюция образа жизни современных людей. Але то є власне еволюція способу живота сучасного модерного чоловіка. Понять вот то, что она сказала, почему-то в основном занимаются этим экономисты, разбирают. Похопить то, что она поведала, но většина из некого доводу то скумают экономовья. И они высчитывают, как хорошо будет для страны, если часть населения уйдет из городов, начнут производить экологически чистые продукты, как улучшится здоровье нации. Чиже, а препочитываю, аки проспект то принесе штату, кед люди са зачну стягывать с мест на дедины, до природы, зачну вырабать экологические потравины, веци, вообще, всетки можно, ако люди будут здравейши. К
как будет хорошо, что люди будут любить природу. Ako bude výborné, keď ľudia začnú milovať a mať rady prírodu, si nájdu k nej vzťah. No, об этом говорилось уже и 100 лет назад, и 200 лет назад. Ale o tom už bolo, sa hovorilo 100 rokov dozadu, 200 rokov dozadu. И говорится и в наши дни. A hovorí sa aj dnes. Что любите природу, что воздух загазован. Že milujete prírodu, že treba chodiť na vzduch, na kyslík. Но никакого сдвига не было. Ale nebol в лучшую сторону. Žiaden posun, efekt do lepšiu stranu. И вдруг таёжная отшельница говорит несколько фраз. A zrazu nejaká žena z tajgy hovorí, povie niekoľko viet, fráz. I sotni tisíc ľudí. A 100 tisíc ľudí. Начинают менять свой образ жизни и строить родовые поместья. Začína meniť svoj spôsob života a stavať rodové statky. Вот предмет изучения. Почему? Десятки, сотни газет, журналов, передач говорили, говорили об этом, а никто ничего не сдвигал. И вдруг. А то-то и власне тен предмет, что са скума, же пречо десятки, столки всяких часописов, новин, программов телевизионных, розгласових говорили, говорили о том-то, а ни са не діяло, ни са не посувало. А зразу? Но сама Анастасия говорит, я собрала лучшие звуки Вселенной. А самотна Анастасия говорит, что я сам позбирала то наилучшее из наилучшего в целом весмире. И они действенны. А оно то функует. Это, в это трудно поверить, как это можно собрать лучшие звуки Вселенной. А ко... Je to ťažko uveriteľné, ako môžeme zobrať tie najlepšie veci z vesmíru. No ešte trudnejšie poveriť, a počemu, blagodaria niekoľkým frázam? A ešte ťažšie uveriť, ako to, že vďaka zopár fráz v Rusii obrazovalosť okolo 400 naseľených punktov. V Rusku vzniklo okolo 400 vlastne obytných zón, состоящих из родовых поместий. Ktoré sa skladajú z rodových statkov. Знаете, вот если прочитать книгу, книги с высказываниями Анастасии. Viete, keď si prečítame vlastne knihu alebo knihy s Anastasijnými výrokmi. Когда не мешают посторонние звуки, а keď nám neprekážajú vonkajšie nejaké zvuky z vonkajšieho prostredia, или и мы слышим только звуки природы, а my počujeme iba zvuk prírody, а они сразу книги начинают оказывать влияние на душу человека, а oni okamžite majú vplyv tieto zvuky a informácie vlastne na dušu človeka. Я думаю, что вот высказываниями Анастасии должны заниматься метафизики. А мыслим си, же власне тимито вирокми Анастасии би са мали заоберать метафизици. В написании книг я не думаю, что моя заслуга большая. Akože to, že som napísala knihu, tak ja si za to neberiem nejaké veľké zásluhy, myslím si, že sú minimálne. Вот знаете, проходят конференции в разных странах. Viete, robia sa takéto stretnutia, konferencie v rozličných štátoch. Я что-то людям рассказываю, отвечаю на вопросы. A ja niečom ľuďom rozprávam, odpovedám na otázky. Люди меня слушают внимательно. Ľudia ma počúvajú pozorne. Но как только я начинаю говорить точные фразы, которые произносила Анастасия. Але ако нагле зачинам цитовать пресне
výroky, frázy, které povedala Anastázia, zál vdruh zamírá. Tak zál, sála zrazu zamře, jako keby zamrzne. Tiše, tiše stanoví se. A začíná být tam tichší a tichší. I lidi slyšují zcela po-drugomu. A lidé začínají počúvat úplně jinak. А я, когда разговаривал, когда разговаривает Анастасия, я, когда разговариваю с Анастасией, то как бы возникают в пространстве какие-то голограммы. Ако в престоре возникают нечто, ако голограммы, голограммы. И если она говорит о древнем Египте, о пирамидах, a keď ona rozpráva o starovekom Egypte, starých pyramídach, to vznikají pyramidy od vremen ich создания. Tak vznikají pyramidy v čase ich vytvorenia. Если она говорит о сегодняшнем дне. Keď ona rozpráva o dnešnom dni, то возникают картины сегодняшнего дня. Tak vznikají obrazy dnešného dňa. Если она говорит каким-то необычным словом, когда она používa nějaké nezvyčajné slovo, то память запоминает то, так, что она говорит, и можно написать книгу, она может говорить 15 минут. A pamäť si zapamätá to, čo ona hovorí, môžete napísať knihu, ona môže rozprávať nejakých 15 minút. A knihu tu možno čítať tam 4-5 časov. A knihu môžete čítať aj 4-5 hodín. Вот и потом она говорит ещё и так, что как будто бы не ушами слышишь. Ona rozpráva tak, ak máte pocit, že ako keby počujete nielen ušami. A как будто присутствуешь в том, что она говорит. Ale ako keby ste vy boli prítomní v tom, o čom ona rozpráva. Я сам до конца ещё не разобрался, что произошло. Ja ešte sám stále nerozumiem, som nepochopil úplne, že čo sa to vlastne stalo. No вот, как говорят ученые, что это Анастасия, это человек. Ale ako hovoria vedci, že Anastázia je človek. В генной памяти которого сохранились. В генетической памяти которого sa uchovali. Все события, которые происходили с времен создания мира. Všetky udalosti, ktoré sa stali z času, kedy bol stvorený tento svet. V každom človeku je tiež táto informácia. V každom človeku je takisto táto informácia. No современные условия быта, ale súčasné podmienky žitia, они не дают человеку воспользоваться этой информацией. Нам не дозволяют vlastne využiť túto informáciu. Но если вы уединитесь и попытаетесь, может быть, у вас получится. Ale keď pôjdete niekam na samotu a budete skúšať, možno sa vám to aj podarí. Вот так примерно. Takže tak toto nejako je. Takže je to tak, že Anastázie vlastne aktivuje v nás ty kódy, nebo sama je tím kódem? То есть это так, что Анастасия в нас активирует эти коды, или она сама как бы этот код? Нет, наверное, активирует. Ну, подла всякого она сама активирует. Также это так, что некоторые říkají, že jsme ve fázi pročištění ty planety a vědomí lidí, anebo už jsme zatím a můžeme vlastně kdyby se restartovat v tom novém, v tom původním. To je mnohí govoria, že tomu si čas v fázi jak by pročištění saznání, pročištění planety, ili může přišli tu fázu i my jak by začínáme z nula, na novo vše.
Я думаю, что кто-то уже перешел, а кто-то еще нет. Si myslím, že někteří už prošli vlastně tuto hranicu a někteří ještě jsou v té fáze přečištění. Mně teda chodí osobně, někdo by řekl z hora, ale chodí mi takový věmy, že ty kroky teďkom v tom novém čistém prostředí a o tom, o čem povídáte vy, že to může dělat jenom svobodný člověk, jakože tělem i duchem. Že ostatní lidé prostě jsou ani ne, že pozorovateli, a už se mi zdá, že jsou úplně jinde, mimo náš děj. To je u něho takové ощущение, jak by вот все эти шаги может делать только человек, который совершенно свободен и телом, и душой. А остальные люди, которые вот еще так вот не освободились, они просто наблюдатели где-то сбоку, рядом. А что такое свободный человек? А что это значит свободный человек телом и душой? Человек, который се уведомует сам себе? Это так? Это человек, который сознательно чувствует сам себя. В пропоенности с планетой и весмиром. И он в соединении с Землей и со Вселенной. Это вопрос. А вот человек свободный. Чиже свободный, вольный человек. Это человек, у которого свободная мысль. Я человек, который имеет свободную мысль. Мысль человека – это главное. Энергия Вселенной. Чиже мысль человека – это наидволожительная энергия весь миру. Вот давайте попробуем, посмотрим, куда человек использует эту энергию. Чиже и свободен ли он на самом деле. А пойдем посмотреть на то, же, ако человек, або где человек выуживает эту эмоцию, чи е свободный скуточне. Вот он просыпается утром и думает, что мне сегодня одеть? Čiže ráno sa zobudí a myslí na to, čo si mám dneska obliecť. Čo mne сегодня покушать? Čo mám dneska jesť? И где бы взять продукты, чтобы и на завтра было что покушать? A kde mám kúpiť nejaké potraviny alebo získať, aby som mal aj zajtra čo jesť? На каком транспорте я сегодня поеду на работу и сколько сегодня стоит бензин? A akou dopravou dneska pôjdem do práce a koľko dneska stojí benzín? Potom jeho mysl думає, a dostatečne li mne хорошо платят na tej robote? A ďalej jeho myšlienka je premýšľa nad tým, a vôbec dobre mi platia v tejto práci? A potom prijíždia na robotu i думає, že načelník durák. A príde do práce a pomyslí si, že jeho nadriadený je blbec. А потом еще на работе коллеги по работе тоже что-то не понравились. А потом в праце коллеги, а те же сами нечем не пачили. А потом он возвращается домой и думает, Господи, сколько тут машин. А потом придет домой и помыслит си, Пане Боже, сколько это аут. А еще дома у него уборка. А еще дома муси упратовать. А еще телефонные звонки. А до того телефонаты. А еще он тащил тяжелую сумку и что-то такое приболело поясница. А еще дома утягал некую тяжкую ташку, а начала его болеть хребат. Ну а потом он ложится спать и думает, что-то мне не спится сегодня. А лягне си до постели спать, а помисли си, что никак днеска не вем заспать. А, да, я не помыл посуду. А, ано, забудал сам умыть ряды. На что используется самая сильная энергия человека, самая сильная во Вселенной? Чиже, на что поуживаем эту наисильнейшую энергию в целом весь мире? На что человек выуживает? На какие-то проблемы, которые при другом образе жизни вообще не должны существовать. Ako na akési problémy malichernosti, ktoré pri inom spôsobe života vôbec neexistujú, nemajú čo existovať. Анастасии не нужно думать о жилище. Анастасия nemusí rozmýšľať nad домом, nad tým, kde žije. О питании. О страве.
Ее обслуживают, полностью обслуживают звери. Чиже ей уполне полный сервис поскитую зверятка. С которыми она общается, как с домашними животными. С которыми са она расправа, коммуникуя, как с домашними зверятами. Она говорит, что питаться нужно, как дышать, не думая. Чиже она говорит о том, что стравоваться маме так, ако дыхаме, чиже вообще над тим не размышлять, не уважать. Этот образ жизни позволяет ей использовать свою энергию, энергию своей мысли для моделирования будущего. А этот способ жизни ей позволяет использовать ее собственную энергию, энергию ее мысли, мышленок, на то, чтобы она доказала формировать будущность. Вот в этом, наверное, и заключается свобода человека. А подле всего, тото є праве та свобода человека. Надо нам как-то подкорректировать наш образ жизни. Чиже, мали бы мы неким способом изменить, скоригировать наш способ жизни. Сте теда пресвечен, Владимире, же є, каждый человек може мít ty schopnosti jako Anastázie, když se oprostí od toho nepotřebného a napojí se vlastně na přírodu a vedení stvořitele. To jest vy uvěřen v tom, že každý člověk, u každého člověka je vot ty schopnosti, jak ona u Anastázie, jestli on osvobodí se od všech těch myslí i sjedině se se vesmírem, se s naším Bohem stvořitelem. No já мне трудно сказать, сможет ли он соединиться с Богом. Ну, ако тяжко бы я поведать, что сам докажем спорить с Богом, Створителем. Но он, по крайней мере, познает Бога в большей степени, чем человек, который полностью погряз в нашем технократическом мире. Але минимально этот человек вяцей са докаже с ним на него напоить и похопить Бога, Створителя, ако человек, ktorý je pohltený týmito technokratickými výdobytkami a životom. No, вот представьте себе kasíra v supermarkete. Predstavte si pokladníka v supermarkete, ktorá stojí za kasou. Ktorá stojí za pokladňou. Celý deň nažimaje na knopky. A celý deň stláča nejaké gombičky. Чтобы посчитать стоимость покупки, которую вы делаете, и дать вам чек. Аби могла зратать власне цену накупу, который робите, а дала вам доклад. Касса выдает чек. Чиже покладня вам выклачит тен покладничный доклад. А чем отличается от кассы механизма железного? Это человек, который стоит за ним и нажимает кнопки. А какой раздел от той покладни, некого кового механизма, тот человек, который стоит ведла ней? Мало чем. Это очень небадательный раздел. Ну вот такой большой-большой вопрос. Але вистава така обровська отазка. А как этот человек позволил с собой так поступить, что превратиться в придаток этой кассы. Же, ако е можно, же человек вобец доволил нечто такое, же са стал власне неким компонентом, придалком, который покладне? Его кто-то заставил это сделать? Его некто донутил то-то уробить? Или он не понимал, не понимает, что есть другая жизнь, и она, эта другая жизнь, зависит от него. Або не разумеет тому, что может быть некий иный живот, а этот живот зависит лишь от него самого. Я думаю, что если многие люди задумаются, они смогут изменить жизнь. Мислим си, что когда люди, многие люди замыслят, так докажут изменить живот. И вот идея создание родовых поместий, о которых вчера говорилось. А праве тато идеал вытворения родовых статков, о которых вчера рассказывал.
поможет это сделать. Поможет это ускуточнить. Как и произошло в Америке, сейчас в России, в других странах. Так, как это стало в Америке, сейчас в Русске, Чехии, Словакии, в других штатах, в Чеську, на Словенську. Могут произойти очень большие изменения, которые повлияют на все сферы образа, на все сферы образа жизни людей и государства в целом. Так, могу настать очень большие изменения, которые будут иметь влияние на живот людей, а и на штат, как целок. Знаете, родовые поместья могут влиять и на заработную плату людей, которые останутся в городе. Видите, родовые статки имеют влияние, или могут иметь влияние и на вышку приму людей, которые остались в месте. Заработная плата людей, которые будут жить в городе, будет повышаться. Как выплата или прием людей, которые останутся жить в месте, будет повышаться. А почему она будет повышаться? А как это можно, что са будет повышаться этот плат? А вот давайте представим себе такую ситуацию. Представим себе наследовную ситуацию. Человек, современный человек, ищет работу. Чиже современный человек си гляда працу. Он живет в квартире. Он живет в быте. И ему, конечно, нужно платить за квартиру, платить за электроэнергию, платить за воду, платить за вывоз мусора. А, самозреме, муси платить за коммунальные службы, за быт, за отвоз смети, электрину, плин. Если он не будет это сделать, не будет это делать, а как то-то не уроби, не будет платить, а не будет платить, его могут квартиру забрать за долги. Так ему могут до конца забрать и быт за долги. А работы достойной нет. А нема никакую достойную працу. Тогда человек соглашается на малооплачиваемую работу. А втеди человек как согласи и за слабоплаченную працу. Лишь бы как-то удержаться, уцепившись за эту жизнь, за эту квартиру. Лен, аби неко удержался и тенто живот, тенто бит. Другими словами, маленькие заработные платы потому маленькие, что люди соглашаются за них работать. Иными словами поведано, что те низкие платы су низкими, потому что люди согласия працовать за такую працу. А теперь давайте представим другую ситуацию. А теперь си представим иную ситуацию. Человек живет в родовом поместье. У него есть дом и гектар земли, на котором сад, грядки, что-то растет. Человек живет на родовом статку, ма свою зем, на которой ма властный дом, ма свою заграду, сад, някакие грядки, где нечо растет. К нему приходят и предлагают ему работу за деньги где-то в городе. А за этим-то человеком приду и понукну ему працу негде в месте за пенязе. Если заработная плата, он просто на эту работу не пойдет и ничего не потеряет. Так, когда это будет некий плат низкий, он jednoducho эту працу не прийме и ничего не стратит. Потому что у него есть работа в родовом поместье, которая принесет ему больше дохода. Потому что ма працу на родовом статку, которая ему принесет больший прием. В этой ситуации работодатель будет повышать заработную плату. А за такой-то ситуации, власне, ты, что нам поскидывают працу, будут нутены понукнуть и высшую плату. Ну вот так. Также так. Děkujeme za vyčerpávající vlastně téma ohledně toho svobody a toho osvobození člověka. A jestli dovolíte, vrátili bychom se ještě trošičku k těm rodovým statkům s dotazem. To je ogromné spasiba za atvět a svobodě člověka. I tak i chtěli by vrnout se vše-taky k rodovým paměstěm. No, s dovolením se zeptám, jestli vidíte jako reálné, skutečné pro Slovenskou a Českou republiku, že bychom měli nárok vlastně uzákonit si ty rodové statky a vůbec ten životní styl, který potřebujeme, abychom byli ochráněni.
Вот если вы думаете, если это реально, чтобы мы сделали какие-то законы, законом хранили людей, которые хотят жить в родовых поместьях и могли вот просто жить вот таким вот способом, если это возможно в Чехии и на Словакии. Да, возможно, особенно это возможно в Чехии, потому что там уже стала проблема, люди покидают села, деревни и уходят в город. Ano, je to velmi reálné, obzvlášť v Čechách, protože tam nastala taká situace vysloveně vážná, že lidé odcházejí z dědin a do měst a ty zůstávají prázdné. V Slovakii je ta problema menší. Ako na Slovensku je ten problém trochu menší. No i dla Slovakii nužno, aby jakéto количество lidí bylo v rodových poměstích. Ale aj na Slovensku je potrebné, aby určité množstvo lidí žilo na takýchto rodových statkoch. Aby ti lidi proizvodili ekologicky čisté produkty pitání. Aby aj tyto ľudia produkovali ekologické čisté potraviny. V fermerskom hazajstve takové zdělat nemožné. Ako na farmárskom gazdovstve také urobiť nie je možné. Já prozradím posluchačům takovou novinku. Před 14 dny, po velmi, velmi dlouhé době, uskutečnil se slovanský rodový sněm občin. Byly založeny občiny v České, Slovenské republice, dokonce se přidali i v Maďarsku lidé, kteří se zasazují nejenom o svoji půdu, ale vlastně začínají si vytvářet to své přirozené prostředí. To ještě dvě neděle kde-to nazad byl slavianské sabrání v Čechii. Občin. Založili občiny. Nových občin. No i tam, to ještě v Čechii, i daže už v Slovakii, i daže v Vengrii, prostě lidi začínají zakladovat občiny, kterými ani prostě zákonem ochraňují svou zemi. A zasazují se teda o to, vlastně na prvním jednání hlavně se jednalo o tom, že pojedou podle kopného práva svých předků, vlastně slovanských, to, co by si našim předkům fungovalo. To je vot na tom prvním sabrání, oni řešili, že půjdou po staroslavianských zákonech. Tak. A ještě jednu malinkou informaci pro vás i pro posluchače. Povedlo se na Slovensku z iniciace pár lidí, vlastně gazdů, kteří mají svoje přírodní hospodářství, využili toho, že byla otevřena ústava a zasadili se o půdu. A takže v ústavě teďkom je napsáno, což si tam prosadili lidé a opravdu se jim to povedlo, že půda v Slovenské republice už nebude vlastně prodejní artikl, ale národní přírodní bohatství. Jo, taká informace dla našich slušatelů i dla vás může být interesná to, že vot v Slovakii několik lidí udalось uzakonit to, že zemlja v Slovakii už ni artikl, ni produkt, který možno prodávat lidem, a to nacionální dostojenstvo, cennost. Teď je ještě otázka vlastně, jestli to, co je v zákonech a v ústavě, jestli budou lidé dodržovat, a hlavně vlády Slovenské republiky. Může tolik stát vopros, jestli to, co v zákoně, jestli bude dodržovat se. Tak. My doufáme, že ta síla toho nového vědomí lidí, jak v rámci všech slovanských států bude tak silné a propojené, že se nám podaří vlastně uchránit ty naše nově vznikající přirozené prostory a člověk se bude moct rozvíjet. My nadějíme se, že síla nového saznání slovanského národa nám pomůže
как бы обеспечить наше просто достоинство народное, нашу землю. Jestli dovolíte ještě poslední otázečku malinkou. Jestli možno ještě jeden poslední vopros malinký. Vy jste včera hovořil o takovém dobrém nápadu, o pouti karavanou mužů a žen. To je, u vás včera byla také velmi хорошая, interesná idea a karavanách mobilních damách mužin i ženšin. Protože jde vlastně o to, jak jste krásně teda popsal, že je důležitý zachovat tu rovnováhu a že k ženě patří muž a k muži žena. Chtěl jsem se zeptat, jaký byste vymyslel název pro tu pouť karavanu, když bychom to chtěli rozjet ve větším měřítku a lidé, kdyby se chtěli zapojit. Jestli můžete ustanovit spontánně název. То есть вот вы разговаривали, как важно, чтобы была мужчина и женщина были вместе и так далее. Вот, а вопрос такой вот, спонтанный, если вы можете просто придумать какое-то название вот этой караваны. Вот, как бы это назвать? Да, вот спонтанно что-то не могу придумать, а ведь название нужно. Оно спонтанно, я само не дари. Вымыслить от назов. Давайте вместе подумаем. Было добре, же. Если вы придумали, то говорите. А когда мать некий наврех, так нам поведьте, когда вас нечто нападло. И может быть, знаете что? Может быть, ваши читатели и придумают. А? Ну, вы изложите суть этого каравана. Просто я повторю, что вот происходит встреча. Вчера и в Праге, и в других местах. Люди едут издалека на эту встречу, они приезжают. Ну, встреча длится 2-3 часа. И они разъезжаются. Я хочу, вот почему караван? Я хочу, чтобы вот едут люди из России. Они останавливаются в каком-то там кемпинге или мотеле на 2-3 дня. Заранее объявлено все это. Туда могут приезжать люди, чтобы с ними поговорить, но это едут люди, которые создают родовые поместья. Туда съезжаются люди из разных мест, у них проходят вечера, они между собой общаются. И туда приезжают люди, которые ищут себе спутника жизни, с которым можно создавать родовое поместье. С которым можно создавать семью, рожать детей и так далее, и так далее. Вот это хорошее, это, видно, вы про это думали уже. Ну давайте, может быть, вы изложите вот эту вот идею, может быть, читатели название подскажут, а я тоже буду думать. Это очень добрый напад, что я видеть, что есть на týmto veľa rozmýšľali a v podstate ideá je tá, pretože my sa takto stretávame, ľudia prídu, 2-3 hodiny rozprávame a každý sa rozíde, čo je škoda. Ako každý z nás hľadá nejakého spoločníka svojim životom a nejakého spoločníka, s ktorým by obzvlášť mohol vytvárať aj tento svoj rodový statok, svoj priestor. A ideá je taká, že naozaj treba, napríklad z Ruska prídu ľudia, už vopred je to všetko ohlásené, zabezpečené, nejaké miesto v kempingoch alebo niekde, kde sa trávia ľudia, ktorí už napríklad zakladajú tieto rodové statky, kde sa zastavia na nejaké 2-3 dni a za nimi prídu ostatní ľudia, ktorí tam s nimi strávia spoločne nejaký čas, spoločne komunikujú, vymieňajú si tieto informácie a tak ďalej. Proste, aby ste posunuli ďalej toto aj našim poslucháčom a možno aj naši poslucháči prídu na nejaký taký vhodný názov, keď im to ďalej ešte trošku rozviniete a vysvetlíte. Смотрите, вот что-то такое название пришло. Как конференция называлась вот в Праге и здесь? Новая цивилизация. Čiže teraz tak spontánne prišiel taký nápad, že ako sa volala konferencia tu v Prahe aj v Bratislave? Nová civilizácia. Я подумал, может быть, караван так назвать, к новой цивилизации. А, можно и этот караван бы мы могли назвать «Cesta к новой цивилизации». Не новая цивилизация, то скажут,
Ну ничего себе, они тут едут, назвали себя новая цивилизация, уже такие умные, уже... Ako nie nazvať to čiste karaván, že nová civilizácia, ľudia si môžu povedať, pomyslieť, že idú, takto sa tu oni tvária, akí sú premodlerili, oni už sú nová civilizácia a tak ďalej. A вот если назвать к новой цивилизации, то есть они ищут пути новой цивилизации. Ale keď nazveme cesta k novej civilizácii, čiže hľadáme ten spôsob, ako sa tam dopracovať. Čo to u mňa такое, увиделось сейчас, что начался караван, едет 5 машин. Чиже teraz niečo také videl, že ide karavána, ide takých 5 aut. Потом к ним подсоединилось ещё 500 машин. А потом sa k ním pridalo ešte nejakých za 500 aut. Потом ещё 1,5 миллиона. Потом ešte 1,5 миллиона. И едут все караваном к новой цивилизации. А идут все караваны к новой цивилизации. На цесте дому. Дороги домой. Вот. По дороге домой едут к новой цивилизации. Чиже цестов домов идут к новой цивилизации, або смерую. Подумайте, придумайте. Ако поразмышляйте, а вымыслите. И я желаю вот... вашим слушателям прийти в новую цивилизацию. Ako a prajem vašim poslucháčom, aby prišli k novej civilizácii. Не поодиночке, а семьями. A nie osamotene, každý sám, ale v spoločnosti s rodinou. Не просто с женой, а с любимой женой. A nie len s manželkou, ale práve s milovanou manželkou. Не просто с девушкой, а с любимой девушкой. А не len с приятелкой, а с милованной приятелкой. И а для женщин, ну вот многие мужчины сейчас готовы быть, готовятся стать достойным той женщины, которая, с которой он пойдет к новой цивилизации. A pre ženy mnohí muži už sú pripravení stať sa dôstojnými tej žene, s ktorou oni pôjdu smerom k novej civilizácii. Вот я говорю так, а уже желание такое возникает поехать с этим караваном. Akože ja to teraz len rozprávam a už mám veľmi také silné prianie istou karavánou. Спасибо вам. Ďakujem vám veľmi. My děkujeme vám za velkou inspiraci. Děkujeme i Anastázii, která hodně lidem pomohla a vlastně ještě pomůže určitě skrz knihy aktivovat teda ten svůj život tím správným směrem. Большое спасибо Анастазии, которая нас просто нам инспирация к новой жизни. No, zakončilo se. Konec. Děkujeme vám velmi. Благодарим. Na šťastné pouti přejeme vám hodně štěstí a zdraví. To je šťastlivé pouti. Mnoho štěstí a zdraví. Cítím, že ten aktivizační kód byl, že jsme byli aktivováni. Já načustvuju, že to... Skrz planetu a Anastázia tomu velmi pomohla. Čili aby... našu planetu i Anastázia nám očím pomohla. Prostřednictvím vás. To je pomocí vás. Takže velké díky. Spasíba za ponímání.